Где мы, когда бы ни находились, нас всегда окружают люди разных национальностей. Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур и менталитетов. 13 декабря в концертно-развлекательном комплексе «Уникс» прошел гала-концерт фестиваля творчества «День иностранного студента Республики Татарстан». В этот вечер в зале можно было встретить представителей самых разных национальностей, которые проживают на территории республики. Интернациональное мероприятие. Здесь находятся народы русские, татары, которые живут в Татарстане, коренные, грубо говоря, это чуваши, также и стран ближнего зарубежья, Ближнего Востока, даже с Конго у нас есть, и мадагаскарцы. Это мероприятие ежегодно проводится уже третий год и посвящается Дню иностранного студента, и мы все рады, участвуем и объединяемся в этот день. Около 9 тысяч студентов из 188 стран мира проживают в нашей республике. На территории Татарстана реализуется масса проектов, программ, которые помогают поддерживать и устанавливать этот межнациональный, межконфессиональный, межрелигиозный контакт, в том числе и фестиваль дружбы народов. Этот фестиваль вообще создан для того, чтобы сблизить все народы, а в Татарстане их 173 насчитано. Это второе место вообще по России, по миру, если не ошибаюсь. Фестиваль дружбы народов – это отличная возможность не только представить богатство, великое достояние своего народа, но и одна из возможностей проявить себя, показать свой талант не только членам жюри, но и зрителям. Я уже с маленьких лет занимаюсь танцами, кавказскими танцами, и продвигаю свою культуру. Мне это очень нравится, это заряжает, тем более вы видите на мне кавказский костюм. Танец очень зажигательный, очень красивый. Я надеюсь, что своим танцем я буду освещать дорогу в будущее, в культуру. Россия – страна цивилизации. В ней проживают около 200 наций, народностей, национальных и этнических групп. Они различаются своим происхождением и историей, расовыми признаками и языками, обычаями и религиями. Многие века наши народы жили в едином государстве. Россия складывалась и развивалась как многонациональная общность. Этим единством многообразия и жива наша держава. Дружба народов – необходимое и важнейшее условие ее успешного развития. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз.